прозрачный анонимус. Ты зачем прозрачную купил? Невероятно крутой мега ящик. Это Стонкс. Скала. Легендарный. Камень. У меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начнем с вами с плохой новости. Меня забанили в Бравл Старсе. Что? Да, я больше не могу зайти на свой аккаунт. Когда я захожу в Бравл Старс, то я вижу вот это. Мне обидно за свой аккаунт. Уходит легенда. Ну а также есть хорошая новость. Появилась классная альтернатива, которая называется Bubble Quass. Чтобы вы понимали, эта игра долгое время находилась на первом месте в Google Play Market. У нее 5 миллионов скачиваний, а оценка 4,4, а еще она невероятно популярна среди моих подписчиков. Сними Bubble Quass. Эй, квас, снимай Bubble Quass. Что такое Bubble Quass? Эй, ты! Запиши видео по Bubble Quass. Пожалуйста! Этот момент настал. Я перехожу из Бравл Старса в Bubble Quass. Игра создана исключительно в юмористических целях. Я не успел прочитать. Добро пожаловать в Bubble Quass, кликуха на районе. Хо-хо-хо-хо. Настало время придумать себе кликуху. Какая может быть у меня кликуха? Я назову себя Ниня-ню-ню. Ним-ня-ню, ни-ня-ню-ню. Ящик! Мне нужно, видимо, по нему кликнуть. Нажимаем на ящик и... Вау! Амогус! Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. А, ладно, это невозможно самому успеть. Зачем я вообще пытаюсь это сделать? Вау, вы посмотрите на его огромную жопу! Что ж, как я понял, из ящиков нам будут выпадать мемы. Вау! Что за менюшка? Так, ребят, смотрите, здесь есть рубли. Тут есть гемасы, магазин, бойцы. Хо-хо, новости, Bubble Pass. Ним-ням-ню-нин. Это я, если что. Также тут есть чат, клуб и друзья. У тебя нет друзей. Нет! Давайте зайдем в клуб. Ерор 1007. Клуб создать невозможно. Что в чате? Ерор 1007. Я что-то не понимаю, что бы это значило. Давайте мы с вами зайдем в магазин. Что в магазине? Классический ящик. Ящик анонимусов. Ящик Dungeon Master. Манки ящик. Мега ящик. А также... Вау! Выгоднее всего 9000 рублей за 2000 гемасов. Смотрите, чтобы получить ведерко с гемами, мне нужно посмотреть одну рекламу. Чтобы получить унитаз с гемами, мне нужно посмотреть две рекламы. Три рекламы — это болт с гемами 225 штучек. Ванна. Четыре рекламы 310 гемасов. Давайте я куплю за 9000 себе эту самую выгодную акцию на земле. Внимание! Верни маме карточку и больше так не делай. Скин на Блеона. Красная Москва. Особая акция. Ящик с Блеоном. Но у меня гемов-то нет, и купить я их тоже не могу. Смотрите, сколько здесь акций. Скин на Амогуса Суприм. 90 гемасов. Скин на Мишк Фредди. 90 гемов. Скин на игровой компьютер. Киберспорт. А, я понял, это они так затроллили того самого персонажа из той самой игры, где меня забанили. Я ее здесь упоминать не буду. А то мало ли еще это видео они забанят. Скин на Хуги-Вуги. Продакт Ред. Самурай Док. Что ж, нам на все это нужны гемы. Как я понял, нам нужно с вами посмотреть рекламу. Но для начала я предлагаю открыть какой-нибудь ящик. Давайте мы с вами откроем ящик анонимусов. Такого явно не хватает в той самой игре, где меня забанили. Что же это за игра? Что ж, открываем с вами этот ящик, и мне выпадают монеты! 70 монеточек! Ребята, а еще мне выпадает прозрачный анонимус! Ты зачем прозрачную купил? Когда хотел оставаться анонимным, но ты слишком тупой для этого. Так, теперь, видимо, рублики я могу обменять на гемы. Нет, не могу, нужно 200 рублей. Давайте мы теперь с вами откроем манки ящик. О, какой волосатый ящик-то, а? Открываем и... Монетки 34 штучки, а дальше манки в автобусе. Мчусь без оглядки на 21-м. Это будет самая быстрая мартышка на дороге. Я никогда не встречал обезьянок в автобусе, но очень бы хотел встретить. Приступаем с вами к просмотру рекламы. 310 гемов, понеслась. Что ж, я посмотрел около 12 реклам. За что? Почему они просто не добавят донаты сюда? Я ненавижу смотреть рекламу. Окей, чуваки, мы с вами открыли классический ящик. Ящик анонимусов. Теперь давайте мы с вами откроем ящик Dungeon Master. Интересно, что же нам выпадет из этого ящика? Открываем...
И нам выпадает 88 монеточек и... Грачи! Мучи! Обычный! Bird Next Door! Я уж думал, что-то поужаснее выпадет. Окей, мы отдали с вами за это 25 гемов. Но что вы скажете насчет того, чтобы я открыл один мега-ящик? Он стоит 80 гемов. Интересно, мне оттуда выпадет Блион! Не тот самый персонаж из той самой игры, о котором вы могли подумать. Открываем с вами мега-ящичек. О, смотрите, на нем, кстати говоря, маска Анонимуса. Окей, открываем его, и мне выпадает... 97 монет. Невероятно крутой мега-ящик. И мне выпадает... Кто это? Блин, я камень. Обычный. Щебень. А, я думал, что мне сейчас выпадет как раз-таки голем из Майнкрафта, который... Я робот. Ну, дальше вы сами все знаете, если любите Майнкрафт и увлекаетесь видосиками мемными по Майнкрафту. Окей, у меня еще есть 825 гемов. Если честно, я не знаю, куда мне их потратить. Ладно, давайте мы с вами купим один ящик с Блионом. Или скин на Блиона. А, что же будет лучше? Ящик стоит 50 гемов. Х2 выгода, тут написано. А, стоп, он стоил изначально 25. Теперь он стоит 50. Да, Х2 выгода в сторону разработчиков. Это Стонкс. Блиона тут нет. Золотой ящик за 50 гемов. Кстати, он выглядит намного круче, чем мега-ящик. Окей, открываем золотой ящик, и мне выпадает 58 рублей. И груша. Обычный ответ на загадку. Боже, мой мозг крашится, когда я сижу в этой игре. Что ж, давайте мы с вами купим себе эксклюзивнее скин на Блиона. О, он, кстати, здесь кушает мороженку. Я бы сделал ему какой-нибудь черный адидасовский костюм. Что ж, он стоит 120 гемасов, и я его не могу купить. Чего он не покупается? Меня завайтили. Хорошо, давайте мы с вами купим себе скин на Амогуса Суприм. Опа, минус 90 гемов. И все, что ли? Вот я себе купил скин на Амогуса. А что дальше? Где я могу его использовать? Ладно, об этом немного позже. Давайте купим скин на Мишку Фредди за 90 гемов. Он тоже не покупается. Ладно, может быть, Киберспорт купится? Киберспорт не покупается. Product Red тоже не покупается. Что происходит? Может быть, я себе... А, я же себе еще персонажа не выбил. Давайте выберем себе скин. Суприм. Это, знаете, когда вы приходите на рынок, вы покупаете себе Суспримы Ликоста. Тут есть Bubble Jump игра и Bubble Run. Что ж, давайте мы с вами сыграем в Bubble Jump. Оу, это типа я... И я уже проиграл. Что? Я так и не понял. Как поворачивать-то? Обожаю бесконечную рекламу в играх. Сколько отзывов у ТикТока? Сколько? Так, я не понял. Может быть, с Bubble Run у меня получится получше. О, я здесь хотя бы прыгать могу. Окей, хорошо, мы можем с вами зарабатывать гемы в играх. Это хорошо. Не придется лет 10 тысяч реклам. Хотя после некоторых поражений тебе все равно придется стрелять рекламу. Короче, бежит Суприм, собирает рублики, перепрыгивает через тачки и сбрасывает жирок. Да, он слегка подобрал. Но он это не специально. Он просто очень любит покушать соус сучанский. Вот такая вот невероятная игра, ребят. У меня уже рекорд 7. Самая веселая игра, в которой я когда-либо играл. Окей, у меня 687 гемов и 352 рубля. Давайте мы с вами попытаемся воспользоваться обменником. 200 рублей на 30 гемов. Та-дам! Давайте опять вернемся с вами к классическому ящику. Открываем его. И нам выпадает 83 монетки. А также выпадает Амогус. Как мне может опять выпасть Амогус, если он у меня уже есть? Небольшая несостыковочка. Открываем ящик анонимусов, только бы не мистер прозрачная маска. Вау! Поисковик тульских пряников! Ничего себе, это же Сигвей! Система поиска тульских пряников активирована. Не хватает только спиннера в руке. Кататься на Сигвее и крутить спиннер. Ох, как же это было давно. 5 лет назад были популярны спиннеры. Что ж, давайте мы с вами откроем манки ящик. Ну, понеслась. Открываем ящичек. 86 монет, и мне выпадает... Манки плывет. Буль-буль. Я обожаю эту песню. Когда я впервые увидел этот видос, мое сердце растаяло. Я хотел присоединиться к стае этих подводных мартышек. Открываем мега-ящик, ребята. Слушайте, на самом деле, в этом даже есть свой прикол. То, что мне не приходится донатить миллионы рублей, чтобы открывать мега-ящики. Это здесь я могу сделать бесплатно. Да, мне выпадают мемы, но все же это хотя бы поднимает настроение. А ведь в той самой игре тебе может ничего не выпасть. Окей, открываем мега-ящик. И 145 монет, ничего себе! Это джекпот! Скала! Легендарный! Камень! Мне выпал легендарный мем! Дуэйн Джонсон! Когда кто-то сказал мега-ящик. Я не знаю, как он это делает бровями, но это сложно. Он как-то слишком высоко поднимает свою бровь. Хорошее открытие мега-ящика, ребята, и прям много монеточек выпало. Мне выпал Дуэйн Джонсон, и игра начала жестко виснуть. Смотрите! Я ничего не делаю. Мне выпало 97 монет. У меня все по кадру идет. В смысле? Ладно, какой... Амогус. Мне выпал. Ой.
Я этого не говорил, простите. Оконная рама, эпическая. Транссибирская магистраль пересекает ровно 3901 мост. Причем здесь оконная рама. Мне пришлось перезапустить эту игру, чтобы она перестала лагать. Окей, знаете, что мы с вами сделаем? Мы сейчас с вами обменяем монеточки на 100 дополнительных гемасов. Раз, два, три. 570 гемов. Не, ну неплохо, я считаю. Так, мега ящик это, конечно, хорошо, но он виснет. Давайте мы с вами будем покупать ящик с Блионом. Может быть, мы с вами его отсюда сейчас сможем достать. Представьте, если нам выпадет Блион. Это сразу плюс миллиард лайков. Кстати, поставьте лайк, если вам нравится Bubble Quass. Итак, открываем с вами этот ящик. 67 монет, и мне выпадает Санитар из Escape from Durka. Санитар из первой игры от Step. Step это разработчики Bubble Quass'а. Окей, еще один ящик с Блионом. Блин, там ведь есть надпись Блиона, здесь нет, но я все равно пытаюсь его себе выбить. А что, если его вообще нет в этой игре? Вдруг его не существует? Открываем золотой ящик и 69 монет и... Вау! Кошели! Легендарный! Куда круче, чем Катольд. Здесь есть еще и Катольд? Интересно, какая суперспособность у этого гибермема? Пожирать своих соперников, перепрыгивать через них. Давайте мы с вами посмотрим на бойцов. У меня есть прозрачная маска, грачи-мучи, поисковик тульских пряников, амогус. Манки плывет, манки в автобусе. Нам нужно достать с вами побольше манки, я считаю. Груши нельзя скушать, санитар, блин, я камень. И два легендарных мема. И одна эпическая, оконная рама. Эпическая оконная рама, да. Ладно, так уж и быть. Давайте мы с вами откроем два мега ящика. Итак, открываем ящичек. 149 монет, неплохо. Оконная рама. Вот отстой. Ладно, видимо, придется дома делать ремонт, раз столько оконных рам не выпадает. Со второго ящика мне точно повезет. Открываем его. 100 монет, и игра опять начинает виснуть. У меня опять зависла игра, чуваки. Что мы можем с вами найти в Bubble Pass'е? Путь к славе. В скобочках Мерлоу. Если ты проходишь эту игру до конца, то ты получаешь фит со славой Мерлоу. А, если бы она только перестала виснуть! А как мне разблокировать-то Bubble Pass дальше? Ладно, давайте попытаемся с вами долистать до конца. Катольд на 95... Что? 95 что? Это что? 95 чего? Дальше получаем гемы, гемы, гемы. Очень много гемов. И славу Мерлоу на 200. Ладно, видимо, мне нужно еще больше бабл ранить. Так, ну что ж, по бабл раним. Побьем с вами рекорды. Перепрыгиваем. Последний раз я играл в такие игры, когда мне отключали интернет. Я заходил в Google Chrome и играл в этого динозаврика. А что это за тачка? Это типа Матис? А если я на него упаду, то, вероятнее всего, я его раздавлю. О, да. Так, видимо, с каждым разом дорожка будет ускоряться. Но сейчас чуть-чуть побыстрее все движется. Да, это самая эпичная игра. Ребята, надеюсь, вам интересно. Смогу ли я дойти до 25? О, 10 рублей заработал. Ха, чирик. Ничего себе. Нинь-мань-моню. Нуня-ниня. Нянь-моню. Нюня-муня. Нинь-нянь-ню-ню. Это оказалось не так сложно, как у меня получалось в самом начале. Мне кажется, я сейчас дойду до следующего уровня Bubble Pass'а. Врезаемся. 1 из 20? Да что это значит? Как мне дальше-то апаться? Ладно, окей. Позаработали немного себе деньжат. Возвращаемся в магазин. Давайте мы с вами выбьемся как можно больше лег. Открываем мега-ящик и... Вау! 105 монет! И мне выпадает игровой компьютер. Наиграются в своих. Забавно, что в мобильной игре мне выпадает игровой компьютер. Ура! Я разбогател! Мне выпал супер крутой комп RTX 5100. Ладно, давайте мы с вами пооткрываем манки ящик. Повыбиваем себе немножечко мартышек. 89 монеточек. Манки Максим. О-о-о! А этот мем я знаю. Так, идем дальше. Монеты. 78 штучек. Манки плывет, уже было. Ладно, давайте последнюю мартышку с вами достанем. Манки с ноутбуком. Зачем я здесь? Как пользоваться ноутбук? Это кто еще здесь манки? Если честно, я не понимаю, кто и зачем создавал эту игру. Как эта игра попала в топ-1 плеймаркета? Это для меня тоже, видимо, навсегда останется загадкой. Во всем виноваты анонимусы. По-другому я это объяснить не могу. 84 монеты и опасный анонимус. Ты что сделал? Ты серому камеру прострелил. Воу-воу-воу-воу-воу! Аккуратней! Я уже поднял руки. Это мои хейторы. У меня осталось 137 гемов, и у меня опять очень много монет. Да как так-то? Я так могу бесконечно открывать ящики. Ладно, давайте откроем еще один ящик Dungeon Master'а. Хоть бы выпал ремень. О, опять грачи-мучи. Bird Next Door. Ладно, откроем с вами классический ящик. И мне выпадают трусы в виде свиньи. Я хочу себе такие труселя. Да, трусы. Да, в виде свиньи. Да, все их хотят.
Но у кого они будут? Я считаю, что Bubble Квасу срочно нужно запускать свой мерч. Выпускать трусы в виде свиньи. Это будет хит продаж. Полный бестселлер. Все будут заходить на сайт и покупать только эти трусы. Слушайте, а мне нравится, что выпадает из классического ящика. Может быть, нам еще что-то интересное выпадет? Опять Амогус. Ну, камон. Я просто тут сливаю гемы. Так, только бы не Амогус. Только бы не Амогус и... О, Рудольфий! Я что? Кстати, ты что? Это морская свинка? Да, это морская свинка. На секунду я подумал, что это какая-то толстая маленькая чихуахуа. Вы когда-нибудь видели толстую чихуахуа? Я лично нет. Я даже не знаю, существуют ли такие чихуахуа. Еще один классический ящик. Еще 64 монетки. И опять Рудольфий. 132 гема. Опять пополняем свои запасы, потому что деньги у нас почему-то бесконечные. Я посмотрел 12 реклам и уже полчаса открываю ящики в этой игре. Я бы на их месте добавил бы хоть какую-нибудь игровую механику. Типа ты бегаешь... О, мне выпадает ворон! Курлык, курлык! Только это был голубь. Было бы интересно посмотреть, как игроки будут батлиться в этой игре. Можно даже сделать ужасную механику, но это все равно будет интересно. Батлы мемов. Окей, ящик с Блионом. Открываем! И мне выпадает, какой мем мне сейчас выпадет, санитар. Ох уж эти санитары. Ладно, открываем манки ящик. Не задумываюсь. Итак, какая манки мне сейчас выпадет? Легендарная манки! Ладно, нет, это обычная манки в автобусе. Почините свою игру. Пускай она перестанет лагать. Ладно, поставлю себе трусы в виде свиньи. Побегаем с вами в Bubble Run. Я не соприкасаюсь с землей, я фактически летаю. Я же могу таким образом перелетать. Кстати, трусы-то прыгают высоко, вы заметили это? Вау! За трусы играть вообще изи! Меня, кстати говоря, только что гем подвинул, смотрите. А! Меня двигает гемас! Трусы свиньи это хорошо. О, у меня второй уровень из 20. Думаю, если я здесь проведу как минимум несколько часов, то я смогу полностью пройти Bubble Pass и получить фит со славой Бэброу. 65 гемов. Так. Да что же их потратить-то? Ящик анонимусов. Какой новый анонимус мне выпадет? Опасный анонимус. Он уже был. Давай еще одного анонимуса. Нового анонимуса. Босс анонимусов! Легендарен как Цой, но такой молодой. И такой большой! У него там еще и аниме-фигурка! Оу, ребята, это мой кумир. Маска Анонимуса, капюшон, Майнкрафт-кирка и аниме-статуэтка. Интересно, люди, которых добавили в эту игру, вообще знают, что они сейчас являются мимасами? Мартышки-то 100% знают. Они первые скачали. Это были тестировщики. Вот смотрите, сейчас достану главного тестировщика. Манки Максим. Я могу открыть еще два ящика, у меня осталось всего лишь 50 гемов. Фу, не знаю, на что потратить. Либо все 50 я могу сейчас потратить на ящик с Блионом. Ладно, я лучше открою два обычных классических ящика. 52 монеточки, Рудольфий и... Пожалуйста, Лего из обычного. Нет, мне выпал Амогус. Что за отстой? Очень странная игра. В стране я никогда ничего не видел. Блин, а может выбить себе хуги-вуги? 100% выпадает с обычного ящика. Ладно, я посмотрю одну рекламу. 70 гемов. Так. Ладно, ящик с Блионом, окей. Я рискну. Я потрачу оставшиеся гемы на ящик с Блионом. Блиончик, пожалуйста, приди. Блиончик. 60 монет и... Миш Фредди! Бэбра! У меня осталось 50. О, стоп, я же еще могу два ящика открыть. Нет, мне однозначно нравится эта игра. Классические ящики, окей. Открываем классический ящик, 40 монеточек и... Пневматический сварочный станок для плитки. Мальвина номер 314. Тут даже вся надпись не умещается. Что тут еще можно сказать? Ведь это пневматический сварочный станок для плитки Мальвина номер 314. Как они до этого додумались? Чуваки просто сидели, смотрели картинки в интернете и такие, почему бы не добавить пневматический сварочный станок для плитки? Мне кажется, это отличная идея среди мемов. Просто неожиданно. Все, последний ящик, ребята. Последний ящик. Лего! Только не Амогус. Пневматический сварочный станок. Ну, конечно. Мне нечего добавить. Вот такие вот, ребята, пироги. О, кстати, здесь есть фоновое изображение. Мы можем с вами поставить себе какой-нибудь фон. Здесь есть открытки, без повода, но от души. Крутая тачка. У всех по-любому была такая заставка в детстве на компьютере. Стонгс. Павел Дуров, верни стену. 50 гемов. Логово Шрека. Да, я бы выбрал такую, но уже все потратил. Ну что ж, ребята, завтра выйдет очень интересное видео. Нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. И поставьте лайк, если вам понравился Bubble Квас. С вами был Пози. Всем адьос. Пойду искать себе друзей.